Каждый год в нашем городе проводится такое мероприятие, как Хрящевка Челлендж. Скажите, пожалуйста, что это такое и что вы об этом знаете? Честно говоря, застали меня врасплох, я даже не слышал о таком мероприятии. Даже вообще-вообще, да? Вообще-вообще. Слышно, я первый раз слышу. Да, тоже первый раз слышу. Я тоже не знаю, скажи. Так? Нет, я не слышу. Я дача находится рядом. Что-то слышала? Я даже не слышала никогда, извините. Если честно, я правда не знаю, что такое Хрящевка Челлендж. Впервые услышал от вас, честно. Ага. Вообще, в принципе, ничего. Я не слышала. Да. Вообще ничего не знаю. Не знаю. Нет, вот этот проект я не слышал ничего. Но я не стоять, поэтому я не знаю. Ничего? Массовые мероприятия — это как эндуро-мотоциклетные, только пешеходные. Да, верно. Но это бег по грязи, да, на самом деле. Да, верно. Не, ну я, кажется, слышал, видел фотоотчеты в социальных сетях. Ну, люди бегут, когда холодно, по грязи, по воде, преодолевают какие-то определенные препятствия. Вот, и при этом интересно выглядят, раскрашиваются, там, парики, не парики, одежда, что-то такое. Вот что слышал, сам не участвовал. Лунатик ты, марсианин или землянин, это не важно. Ключ на старт. Протяжка 1. Протувка. Протяжка 2. Ключ на дренаж. Команда «Земля» борт. Пуск, зажигание. Поехали!